Құрметті Серік Нығметұлы, құрметті үкімет мүшелері, ағымдағы жылғы 1-ші тоқсанның қорытындысында өңірдің әлеуметтік экономиканың дамуының негізгі нәтижелерін оң динамикасы сақталуда. 539,8 миллиард теңгені құраған өнеркәсіптік өндіріс көлемінің бірте-бірте өсуі байқалады. Нақты көлем индексі 100,5%. Негізгі капиталға инвестициялар 69 миллиард теңгені құрады, өсу қарқыны 27%. Құрылыс жұмыстары 16,4 миллиард теңгені құрады. Мұнда құрылыс жинақтау жұмысын көлемі 1,1%-ға төмендеуі байқалады. Негізгі өсім 1-ші жаршылтықтың қорытысында күтілуде. Ауыл шаруашылығының жалпы өнімі 1,3 миллиард теңгені, нақты көлемі индексі 94,8% құрады. Өсімдік шаруашылығында көлемнің төмендеуі байқалады. Тұтыну бағаларының индексі 101,2%, азық-түлік тауарларында 109%. Орташа айлық жалақы өткен жылмен салыстырғанда 208 мың теңгеге дейін 6,1%-ға көбейді. Кәсіпкерлікте тіркелген субъектілер саны 2,5%-ға артты. Бизнес жол картасы 2020 бағдарламасының аясында 1,5 миллиард теңге сомасында 15 жоба мақұлданды. 5,8 мың жұмыс орны құрылып, тіркелген жұмыссыздық деңгейі 0,7%, жалпы жұмыссыздық деңгейі 5,6% құрады. Болжамдалған бюджетке түсімдер 104,6% қамтамасыз етілді. Уважаемый Серік Нығметович, разрешите доложить о ходе реализации ряда государственных и региональных программ. Второй год активными темпами реализуется принятый правительством комплексный план развития города Жангузень до 2020 года. В этом году на реализацию плана из всех источников запланировано 15,9 миллиардов тенге. Фактически выделено 11,2 миллиарда тенге. Основная доля приходится на республиканский бюджет. При плане 12,9 миллиарда тенге фактически мы получили 10,7 миллиарда тенге. Выделенные средства позволят завершить, продолжить и начать реализацию 24 социальных и инфраструктурных объектов. В рамках программы развития моногородов на 2013 год предусмотрено 2,6 миллиарда тенге. Запланированы мероприятия по дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса, инженерной инфраструктуры города. В то же время этих средств недостаточно для полного завершения начатых работ по благоустройству микрорайонов города. Просим рассмотреть возможность выделения дополнительных средств из республиканского бюджета в сумме 414 миллионов тенге на благоустройство внутридворовых улиц города, а также восстановить средства в сумме 213 миллионов тенге, выделенные ранее на строительство автодорог в жилых секторах города и сел. В рамках специального плана развития предпринимательства города Жангузень профинансировано 15 проектов на сумму 68 миллионов тенге по беззалоговым кредитам для пострадавших предпринимателей. 32 проекта на общую сумму 348 миллионов тенге находятся в работе. Микрокредитным организациям выдано 22 кредита на общую сумму 64 миллиона тенге. На реализацию программы развития регионов из республиканского бюджета в 2013 году выделено 2,3 миллиарда тенге. Средства направлены на обустройство 40 сельских населенных пунктов области с высоким и средним потенциалом развития. Совместно с Министерством регионального развития разрабатывается межрегиональный план развития Актауской агломерации до 2020 года. Как известно, город Актау наряду с городами Астана, Алматы, Актобе и Шымкент определен в качестве одной из перспективных агломераций страны как транспортно-логистический центр, центр нефтесервисных и туристических услуг. План направлен в Министерство регионального развития для внесения на рассмотрение межведомственной комиссии. Уважаемый Серик Нигметович, разрешите озвучить ряд постановочных вопросов в области, в решении которых требуется поддержка правительства. Первое. Решение проблем аварийных школ и строительства объектов здравоохранения. В области признаны аварийными 3 средние школы. В текущем году выделены средства из республиканского бюджета по школе села Жингалды Мангыстауского района. Работы начаты. Требуется строительство еще 2 школ. Прошу вас рассмотреть возможность их строительства за счет республиканского бюджета в текущем году. Одним из вариантов решения проблемы мы предлагаем использовать сложившуюся экономию
в сумме 210 миллионов тенге по итогам проведенных конкурсов на строительство объектов образования. В сфере здравоохранения области в 2009 году за счет средств местного бюджета начато строительство областного онкологического диспансера на 100 коек в городе Актау. На сегодня строительство диспансера приостановлено в связи с оптимизацией проекта. Проект направлен на госэкспертизу со сроком выхода в мае текущего года. Ориентировочный дефицит средств составляет 1,2 миллиарда тенге. Также одной из наиболевших проблем является отсутствие центральной районной больницы в Малинском районе. В районе действует типовая узловая железнодорожная больница на 40 коек, рассчитана на обслуживание 10-12 тысяч человек. На сегодня численность населения района составляет более 110 тысяч человек. Так, здесь также имеется возможность перераспределения средств, выделенных из республиканского бюджета, на строительство регионального центра охраны матери и ребенка на 150 мест в городе Актау в сумме 2,2 миллиарда тенге. Ожидаемое освоение по данному объекту составит 1,2 миллиарда тенге. Предлагается остаток средств в сумме 1 миллиард тенге перераспределить на реализацию вышеуказанных проектов. Прошу поддержать. Второе. По области существует проблема ветхого жилья. К примеру, в городе Жангаузен по заключению Казниса 44 дома признаны аварийными, не подлежат ремонту и требуют сноса. В рамках проекта «Ветхое и аварийное жилье» наша область включена в качестве пилотной с выделением средств из республиканского бюджета в сумме 10 миллиардов тенге, в том числе в 2013 году 5 миллиардов тенге. В то же время эти средства до сих пор не осваиваются в связи с отсутствием механизма их распределения и освоения. В этой связи необходимо выработать конкретный эффективный механизм реализации проекта. Прошу вашей помощи по данному вопросу. Третье. Как вам известно, Мангыстауская область занимает второе место в республике по численности переселенцев на историческую родину после Южно-Казахстанской области. Каждый пятый житель области – уралман. Основная масса прибывающих уралманов традиционно распределяется в Жангаузене и в Муналинском районе. По городу Жангаузен, вы знаете, принятый комплексный план, а вот по Муналинскому району численность населения сегодня превышает 110 тысяч человек. Ежегодные темпы прироста с учетом миграции составляют 11%. К 2014 году прогнозная численность населения будет свыше 120 тысяч человек. Отмечается высокий дефицит мест в детских садах. Обеспеченность детей от 3 до 6 лет 43%, при среднеобластном показателе 75%. Более 3 тысяч детей обучаются в школах города Актау. Нынешняя социальная инженерная инфраструктура недостаточна для полноценной жизнедеятельности района, поэтому необходимо принятие комплекса мер по ее развитию. Прошу вашего разрешения по разработке соответствующего комплексного плана развития Муналинского района с утверждением его постановлением правительства. Уважаемый Серик Нигметович, все озвученные нами вопросы имеют весьма важное значение в стабильном социально-экономическом развитии региона. Прошу поддержать. Спасибо.